Здравствуйте, друзья. Вы видите три мешка пластиковых с солью такой. Соль будет использоваться для смягчения воды, поступающей в дом. Точнее, она сначала придет в дом по трубе, пройдет через некий такой бак, некоторое устройство. И вот там вода смягчится. Сейчас мы посмотрим, как это произойдет. Вот это устройство, вот так оно, в жизни оно вот так выглядит. Стоит у нас в гараже. Там внутри осталось немножко соли. Она на самом деле прилипла к стенке. И Света ее тут сшибает отсюда. Вот, прежде чем мы засыпем новую, я пойду за мешком. Света была возмущена. Света, чем ты была возмущена? Ну, обычно, дело в том, что это сервис, который привозит эти мешки, они довольно тяжелые. То есть мы не покупаем они килограмм по 30. Нет, мы покупаем их, но просто я уже оплатила это все. Я вчера весь день их ждала, чтобы они пришли. Другой стороной поверни, чтобы оно лучше высыпалось. Так. Вот, потому что тут нужно электронику какую-то наладить, помимо того, чтобы просто высыпать соль. А я не знаю как. То есть вот я не знаю, она сейчас перестанет сама мигать или нет. Дело в том, что вот этот вот размягчитель воды, он такой достаточно сложный, и он там много чего делает с этой водой. И у нас на кухне стоит такой сенсор электронный, который на кухне показывает, достаточно ли здесь соли или нет. Вот, это с одного мешка. Да, конечно, больше не надо сыпать, довольно много соли, но дело в том, что видишь, он сам не перестает мигать, а как его наладить, я не знаю, тут нужно каким-то электронным способом. Может быть, просто какую-нибудь кнопочку нажать. Вот, например, вот тут. Ну, вот смотри, тут кнопочки написаны. Up, down, right, там и так далее. То есть есть инструкция. Ну да, но дело в том, что оно должно теперь вот как-то понять, что уже у него все хорошо. Может быть, просто вот тут посерединке, да. Ну, в общем, знаю. Друзья. Level 1. Короче, сервис должен. Ну-ка, стой. Должен был бы приезжать и настраивать тут. Да, не так. Нормально, ничего. Хорошо. Да, но они приехали, они соль привезли, оставили ее на. А вот написано, для обслуживания позвоните. Да не, ну это все понятно, кто-то должен out in 12 дней, it's out, говорит. В общем, вот такая сложная. Ну то есть вот он, видишь, вот он говорит, что еще 12 дней, то есть он не понял, что мы насыпали соль туда. В общем, Светка, давай так, я еду на работу, а ты разбираешься, хорошо? Так, может быть, второй мешок сразу, нет? Да нет, я не знаю, тут достаточно соли.